Имиджевый салон Нины Даниловой «Аура красоты» находится на левом берегу, а известен на весь город и за его пределами. Здесь работают превосходные мастера, получающие образование в европейских школах парикмахерского искусства. Сегодня работать над образом героини нашей передачи будет любовь. Каждый мастер салона «Аура красоты» – это мега-талант. Не зря же они оказались в числе стилистов нашего телепроекта. Если же говорить о Любе, то стоит отметить, что она особо сильна в стрижках. Клиенты говорят, что после ее работы прическа не требует укладки. Волосы прекрасно лежат и очень хорошо растут. Именно со стрижки Люба и начала. Работая с животными, героиня нашей передачи Катя больше внимания уделяла удобству. Чтобы волосы не мешали, просто собирала их в хвостик. Мечтала когда-то о боб-каре, но парикмахер сделал неправильную стрижку, только разочаровав Катю. Сегодня же мечта Кати исполнится в салоне «Аура красоты». Стрижка будет напоминать так полюбившийся Кате боб, но модернизированный, авторский. Укороченный затылок, удлиненные пряди, обрамляющие личико и корректирующие его форму. Эта стрижка еще и визуально удлинит шею. Катя будет очень элегантно, женственно и сексапильно выглядеть с этой прической. Светлая кожа и светлые волосы сливались. Катя была невыразительной. Теперь же она станет и ярче, и моложе. Цвет волос выбран более темный, насыщенный и вкусный. Это цвет корицы. Цель та же – создать объем. Поэтому делаем многослойное окрашивание. Корни будут более темными, длина светлее. Катя рано стала седой, а седые волосы требуют иного подхода. Используем в работе восстанавливающий краситель с антиоксидантами. Он напитает волосы, сделает их более плотными и блестящими. Пока у нас есть немного свободного времени, побалуем Катю. Сделаем ей приятную и полезную процедуру. Мастер Светлана всем видам педикюра предпочитает аппаратный. Он совершенно безопасен, комфортен и эффект сохраняется надолго. Лишняя кожа, стоптыши и мозоли мягко шлифуются и ножки нежными остаются на 1,5-2 месяца. Опан Гангнам Стайл. Нам присоединяется мастер-визажист салона «Аура красоты» Ксения. Она покажет, как важно девушкам уметь правильно наносить макияж и как один только мейк может преобразить человека. Кате не хватало яркости, ухоженности и лоска. Посмотрите, какой привлекательной она стала теперь. Катя, мы поворачиваем тебя к зеркалу. Хороша. Спасибо. Когда я сидела спиной к зеркалу, я, в общем-то, нисколько не волновалась, потому что я знаю, я уверена, что я в руках хорошего мастера, и я была готова увидеть себя любую. Когда меня повернули к зеркалу уже, я увидела себя в зеркале, я себя не узнала. То есть, видела элегантную, красивую девушку, которой я была раньше, до родов, до декрета. Вот, ну, надеюсь, что я такой вспомню себя и буду такой дальше.